Добрый вечер. На канале БУК ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. События, которого ждали. В Бресте торжественно открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину и сквер имени поэта. В торжественной церемонии приняли участие руководство области и города, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Для наших милых, любимых, дорогих областной центр готовится к празднованию Дня матери. Жить для детей. О сильной женщине, которая не понаслышке знает, что такое настоящий мамин труд. Телезнакомство с многодетной мамой, прекрасным педагогом и просто замечательной женщиной Ириной Грушовец. Творцы праздников, авторы музыкальных произведений, вокалисты, исполнители, хореографы, работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. И это лишь часть тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты в больших субботних новостях. Дипломатические отношения Беларуси и России на протяжении всего периода существования суверенных государств были дружественными и добрососедскими. Сегодня, кроме экономических и политических вопросов, точки соприкосновения активно выстраиваются и в вопросах культуры. Накануне в Бресте был торжественно открыт новый сквер, в центре которого памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Расположился монумент в красивом и символичном месте у стен одного из корпусов университета, носящего имя поэта. Участие в мероприятиях принял чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, в программе которого, кроме праздничных торжеств, была встреча с губернатором региона Анатолием Лисом. Представители дипломатического корпуса и руководство исполкома обсудили вопросы, связанные с возможностями дальнейшего сотрудничества. Об этом и не только. Подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин Плотницкой. Рабочий визит чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева в Брест начался с официального диалога. В зале областного исполнительного комитета состоялась встреча представителей дипломатической миссии с руководством региона. Да, сегодня Брестщина имеет тесные отношения с отдельными регионами России. Важно переводить этот диалог на новую ступень, а также развивать взаимодействие с другими территориальными единицами. Одним из важнейших направлений сотрудничества является межрегиональное взаимодействие. На сегодняшний день в Брестской области заключены соглашения о сотрудничестве с 26 регионами Российской Федерации. У нас товарооборот был на уровне 85%, доходил, значит, с Российской Федерацией. Сегодня он немножко снизился, но около 80% товаров мы поставляем в Российскую Федерацию. Поэтому, конечно, это очень важно. Хорошей традицией стало развитие сотрудничества в рамках проведения форумов регионов в этом году. Сколько бы ни были в Бресте, как и на самом деле в других местечках и городах Беларуси, всегда видишь доброжелательное, внимательное, теплое отношение к любому составу делегаций, даже самых больших. Всегда у белорусских партнеров хватает сил, внимания, души на то, чтобы самым радушным образом отнестись к гостям. Это очень ценится. Это хорошо известно в нашей стране, я думаю, что хорошо известно и в Европе, и в Азии. Для всех тех, кто сталкивался с гражданами Беларуси, мне кажется, всегда есть повод вспоминать эти встречи и всегда стремиться снова вернуться. Сегодня для того, чтобы быть успешным, важно выбрать правильный курс и правильных партнеров, которые будут говорить на одном языке. Значение здесь не буквальное, а рациональное. Иметь одни принципы, одни идеи и общую духовность. А белорусы и россияне это имеют на ментальном уровне, через религию, искусство, литературу. Свой нерукотворный образ Александр Сергеевич Пушкин возвел в мире литературы творчеством. Его читают на десятках языков мира. Что же касается рукотворного образа, то теперь он появился в Бресте в одноименном новом сквере. Торжественная церемония открытия памятника и сквера собрала у стен Пушкинского университета не только большое количество почетных гостей и камер, но и жителей Бреста. Это важное событие в жизни города. Да, его история не так связана с биографией самого Александра Сергеевича Пушкина, однако в областном центре бережно хранят литературные традиции и серьезно изучают богатое наследие, оставленное поэтом легендой. Сегодня особый день. Особый день для Брестской земли, особый день для белорусской и российской культуры, особый день для тех миллионов людей, кто
чтить творчество великого поэта, кто любит его прозу и стихи, для всех тех, кто хорошо знает это творчество. История не знает сослагательного наклонения. Пушкин был, есть и будет одной из самых ярких личностей русской литературы, получивший свой почетный статус не только за вклад в литературное наследие, но и за стремление совершенствовать русский язык. А он в Беларуси имеет статус второго официального государственного. Поэтому и отношение к таким знаковым персонам в Беларуси и на Брещине будет оставаться таким же особым. Есть много общего у нас. И то, что его потомки, работая в Новогрудке, захоронен внук Александра Сергеевича Пушкина, это тоже исторический факт. А важность языка русского для белорусов, вы же знаете, что в нашей Конституции белорусский и русский язык, они, значит, имеют тот же статус единого государственного языка. Поэтому поэт, который прославил русский язык, конечно, он почитаем и у нас в Беларуси. Новый сквер должен стать одной из местных достопримечательностей, привлекательной для молодежи. Ведь рядом располагается университет, где изучают литературу и искусство студенты. Здесь со временем администрация вуза планирует проводить фестивали и поэтические встречи. Мы создаем образ человека творческого. И, естественно, в самом расцвете сил, когда он видит свои произведения, которые еще не написаны, но потенциал его, он именно вот этой молодости, а также то место, где устанавливаем, это напротив университета. И он, можно сказать, близкий по возрасту ко всем молодым людям, которые здесь учатся. И вот он нащупывает свою строку, свой слог, свою тропу в жизни, как и все молодые люди. Я самая первая ласточка в конкурсе пушкинских лауреатов. В далеком 2000-м я написала эссе «Моя родина, русский язык». И спасибо Пушкину, я стою сейчас здесь спустя столько лет. Я благодарна ему. Сейчас солнышко выйдет, потому что солнце у нас уже скоро появится, большое, настоящее, правдивое. И пускай каждому, кто захочет это солнце в себе вместить в душу, оно останется навсегда на века. Потому что без Пушкина нет жизни. Для нас это действительно очень важно и знаково. Мы ждали долгие годы, потому что у нас Пушкинский университет, университет имени Пушкина, мы гордимся очень. Прекрасные выпускники каждый год у нас выходят из стен нашего университета, и у нас прекрасный Пушкинский лицей. Поэтому для нас это действительно очень важно. Пушкин и его творчество есть сила объединяющая. Это подтвердило большое литературно-музыкальное мероприятие, организованное Российским центром науки и культуры, Русским обществом, педагогами-славистами. Дамы и кавалеры, одетые в стиле эпохи пушкинских времен, обучали гостей праздника вальсу и мазурке. А на сцене тем временем звучало слово. То, что великий классик завещал нам хранить и беречь. Все, что происходит, оно останется обязательно в памяти потомков. То есть сегодня нашим согражданам останется вот этот сквер, останется вот этот великолепный бюст, который будет напоминать обо всем, что вот было в нашей истории совместно. Да будут говорить о том великолепном, красивом языке, о котором писал великий русский поэт. Будут говорить о том, что с его именем связано очень много событий, в том числе и в Бресте, да, с его друзьями, с Адамом Мицкевичем, с другими людьми, которые сегодня любят и ценят Пушкина, ну, наверное, во всем мире. Потому что справедливо было сказано, потому что Пушкин стал мировым достоянием. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Делегация из Калининграда с рабочим визитом посетила Брест. На текущей неделе в городской администрации прошла встреча мэра областного центра Александра Рогачука с главой городского округа город Калининград Алексеем Силановым. Традиционно взаимные визиты используются для налаживания взаимовыгодного экономического сотрудничества. О чем шел разговор на встрече, какие планы наметили стороны на ближайшее время и каким опытом смогли обменяться города-побратимы, расскажет Мирослава Коваленко. Калининград и Брест связывают давние теплые отношения. Договор о сотрудничестве был подписан еще в 2009 году. За это время города-побратимы смогли сделать многое. Если говорить об экономике, то внешнеторговый оборот города над Бугом с Калининградской областью за 9 месяцев текущего года составил более 3 миллионов долларов. А темп товарооборота достиг отметки 78%. В этой ситуации с Калининградом мы подошли к какой-то планочке. И меня немножечко тревожит то, что динамика нашего развития товарооборота остановилась вот на этой отметочке несколько миллионов долларов. Поэтому цель этой встречи и дальнейших
встреч нащупать наши точки экономического взаимодействия. Что надо из производимых товаров в Бресте, в Калининграде, в городе, в регионе, и что надо нам, с учетом географической близости из Калининграда, сюда для наших предприятий. Сегодня основные позиции экспорта – это молочный ассортимент савушкиного продукта, рыба «Санты Бремор», лакокрасочные изделия «Стима», мебель фирм «Инвалюкс», «Анрекс» и «Блэк Ред Уайт». Если говорить об импорте, это готовая и консервированная рыба, моторные транспортные средства для перевозки грузов и другое. Но интерес обеих сторон есть не только в экономической сфере. Меня сегодня интересует и сфера городского хозяйства, жилищно-коммунального управления, благоустройства города. Вот то, что проговорили сейчас во время встречи, и подходы к планированию развития социальной инфраструктуры, учреждений образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и так далее, чтобы сегодня при существующих темпах строительства жилья действительно создавались все необходимые условия для качества жизни населения, чтобы сегодня решалась не только одна из основных задач, способствовать тому, чтобы люди имели благоустроенное жилье, но люди должны иметь жилье благоустроенное в широком смысле этого слова, когда вместе с новыми районами развивалась бы вся необходимая инфраструктура и коммунальная, и социальная. Когда мы говорим о дружбе между людьми, то идеальный вариант дружбы между людьми – это безвозмездная дружба. Когда дружба во имя дружбы, когда мы говорим об отношениях дружеских между городами, побратимских отношениях тем более, то, естественно, этого компонента недостаточно. Поэтому здесь очень важно вот в дружбе между городами иметь прикладной смысл и выгоду каждому региону. Поэтому прежде всего, конечно, это наш товарооборот, это наше культурное взаимодействие, это наше торговое взаимодействие. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук поделился с главой городского округа город Калининград Александром Силановым последними событиями из жизни города. В частности, о тех масштабных работах, которые велись в преддверии тысячелетия. Также Александр Степанович рассказал и об административно-территориальной структуре города. Глава делегации из Калининграда также обменялся новостями, проблемами и опытом. Как вывод, который сделали руководители, у городов-побратимов есть много точек соприкосновения. Несомненно, у нас различные федеральные законодательства в государствах, но тогда, когда сегодня у руководителей городов есть желание слышать людей, работать для людей, то, несомненно, есть очень много общих проблем. И для меня, например, очень интересно, как это решается в Бресте. Ну, я думаю, что Александру Степановичу не менее интересно, как те или иные вопросы, связанные прежде всего с развитием городского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы, решаются в городе Калининграде. Каких договоренностей достигнут стороны, станет известно совсем скоро. Также в рамках визита в Брест делегация из Калининграда посетит знаковые объекты города. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрите «Итоги недели» на Бук-ТВ. Говорим о главном и важном. Ежегодно 14 октября в Беларуси отмечается во всех отношениях самый теплый и трогательный праздник – День матери. Всего лишь один день в году, но мамам традиционно посвящается вся неделя. В детских садах и школах проходят утренники, в исполкомах торжественные награждения многодетных мам. Все мероприятия объединены одной идеей – возвысить главное женское призвание. Особая атмосфера в преддверии праздника, конечно, царит в роддоме. Наши корреспонденты побывали в Брестском областном родильном доме и пообщались с теми, у кого вместо праздничного стола и торжественных мероприятий родильный зал. И такое стечение обстоятельств они считают лучшим подарком. Это маленькая брещанка Алиса. Ей всего 6 дней, и она пока не знает, что праздновать свой день рождения будет в преддверии самого светлого и трогательного праздника в году. Малышка одна из тех, кто попросился на свет за несколько дней до Дня матери. Мама Мария Тарасевич от своей крошки не отходит ни на секунду. Признается, отныне День матери для нее праздник двойной и самый любимый. Это действительно самое большое счастье, которое может быть в жизни. И хочется сказать огромное спасибо врачам, которые здесь работают, потому что благодаря их работе происходит это чудо. Хочется обратиться к мамам, чтобы они относились
с уважением и с пониманием к врачам и к их работе. Потому что работать с людьми – это очень-очень тяжело и трудно. Для Марии Тарасевич это уже второй и очень долгожданный ребенок. Их скоро выпишут, но Мария уверена, что еще вернется в роддом за сыном. Кстати, всего с начала года в Брестской области произошло более 10 тысяч родов. Сегодня областной родильный дом наделен не только квалифицированным персоналом, но и современным оборудованием, с помощью которого порой совершается чудо. Медико-генетические анализы, например, позволяют узнать о здоровье еще нерожденного малыша, а также определить, либо же исключить тяжелые наследственные заболевания. Диагностика проводится в самых разных сроках беременности. Это не потому, что так кому-то хочется, а потому что разные патологии манифестируют, проявляются в разные сроки беременности. Есть патология такая, когда уже на основании только одного исследования можно сказать о том, что да, плод болен. А есть такие ситуации, когда приходится посмотреть в течение беременности и два и раза, и три раза для того, чтобы убедиться, что да, формирование того или другого органа или системы у плода происходит неправильно, и выдать такой вот окончательный результат, потому что от результатов данного обследования зависит судьба. Судьба еще не родившегося ребенка. В медико-генетическом центре в преддверии праздника состоялась акция, где будущие мамы могли получить консультации разных специалистов – акушера-гинеколога, валеолога, психолога. На своеобразной школе здоровья можно было узнать любую интересующую информацию, в том числе об опасностях, которые могут подстерегать маму после родов. Важно знать вообще, в принципе, как проявляется депрессия всем людям. То есть, как правило, женщина начинает терять жизненную энергию, ей очень сложно ухаживать за собой, за ребенком. В первую очередь нужно замечать, что она не спит. То есть есть, конечно, недосып, но женщина, как только родился ребенок, должна сразу ложиться спать, как только ложится ребенок, и просыпаться, как только он ложится. Вот, например, вот это самый главный признак, который чаще всего происходит – нарушение сна и аппетита. Существует, например, у нас в роддоме школа матерей. Да, то есть как ухаживать за ребенком, как готовиться и морально, и как ухаживать. Да, вместе с радостью могут прийти первые опасения. Статистика неутешительная. Сегодня 88% беременных женщин имеют ту или иную патологию. Каждая пятая-шестая пара признана бесплодными. Тема деликатная, но врачи не прячут плохую статистику, а откровенно делятся переживаниями и призывают не бояться обращаться за помощью. Генетики уверены, благодаря своевременным консультациям, диагностике и анализам количество случаев можно сократить. Так уж завелось, наверное, что больше внимания всегда уделялось состоянию здоровья женщины, и считалось, что именно женщина виновата в том, что в семье нет детей. Но, как показали результаты и практической работы, и результаты тех методических рекомендаций, которые нам дает ученый мир, примерно в половине процентов случаев виноваты в том, что в семье не бывает деток на каком-то этапе, именно мужчины. Более 30% супружеских пар в течение года, те люди, которые активно лечатся, обследуются, лечатся, они получают долгожданную беременность. И для этого возможности и в области в том числе все больше расширяются. Словом, охрана материнства и детства в Беларуси остается одним из приоритетных направлений развития. Государственная поддержка осуществляется как в отношении девушек, которые впервые стали мамами, так и для повторно родивших и многодетных. Законодательством предусмотрена разнообразная система пособий, адресная помощь, единовременные ежемесячные выплаты и другие. Об этом мы не только говорили на пресс-конференции, которую организовали специалисты Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Продолжена программа семейного капитала. Хочется на этом обозначить вот именно до 2024 года семьям при рождении воспитания, при рождении третьего ребенка до 2024 года будут продолжены выплаты в размере 10 тысяч долларов США. На данный момент эта программа будет, эта сумма будет в белорусских рублях, это 22 тысячи 50 рублей. Ежегодно она будет индексироваться в зависимости от роста индекса потребительских цен. Сегодня в Беларуси женщин
проживает больше, чем мужчин, на 3%. Как в одной известной песне, по статистике на 10 девчонок 9 ребят, подбадривает информация медиков. В настоящее время мальчиков рождается больше, а значит, вскоре соотношение будет равное и кавалеров хватит на всех девчонок. Кстати, самыми популярными именами остаются Михаил, Артем, Максим, София, Мария и Анна. Более идут уже такие имена, самобытные, русские, православные. Родители стараются смотреть православный календарь, чтобы максимально близко к этому дню назвать и своего малыша или малышку. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В продолжение темы. Роль женщины в современном мире многозначна. Она не только отличный работник, обворожительная супруга, хранительница домашнего очага, но и, конечно, чуткая мать. Роль мамы в жизни человека огромна, ведь именно с нее все и начинается. Мама, с которой началась история четверых и замечательных детей, Ирина Грушовец, рассказала нашему корреспонденту Ирине Кузьмич обо всех сложностях и радостях материнства, о том, как ей удается совмещать работу, увлечение, семью и оставаться на высоте. Смотрите сюжет. В истории каждого человека есть начало, и этим началом является мама. Мама рядом с первых минут нашей жизни. Мама всегда поймет и поддержит. Мама – первое слово. Так было и в истории многодетной семьи Грушовец. Стройная блондинка Ирина – мама четверых детей. Учит и воспитывает их вместе с супругом Андреем, который на протяжении 20 лет является крепкой опорой для всей семьи. Она красивая, она очень добрая, она очень такая уютная. Вот, настоящая мама, хранительница очага, мать детей, воспитательница для детей, товарищ. Дети к ней как бы ближе стараются, ну, первее прийти к маме. Вот. Ну а папа уже, папина задача помогать маме. Ирина считает, что необходимо уделять время каждому ребенку, быть рядом и помогать развиваться. Ее четверо детей богаты талантами. Фехтование, вокал, танцы, учеба на отлично, скаутинг. И это далеко не весь перечень их увлечений и способностей. Старшая дочь Настя учится в университете и в будущем станет журналистом. Рома с первого класса влюбился в фехтование и занимается им уже 7-й год. Вероника, как и полагается маленьким принцессам, увлекается вокалом и танцами. А младший Дима показал себя как активный и любознательный малыш. С ранних лет они учатся быть самостоятельными и помогать во всем родителям, но всегда знают, что в сложных ситуациях можно прийти к маме, которая поймет и поможет. Даже вот сейчас, несмотря на то, что дочка моя старшая уже уехала, мы с ней созваниваемся каждый день, мы с ней переписываемся в Инстаграме часто. То есть это постоянно какие-то просьбы помочь советом. Она очень самостоятельна, но несмотря на это, все равно какое-то, наверное, окончательное вот такое слово, ну, поддержки должно быть за мной. И мы, то есть, всегда советую, конечно, и младшим детям. Ну, у младших, конечно, потребности немножко поменьше, потому что в силу возраста. А со старшей дочерью тогда мы постоянно друг друга поддерживаем. Мама по призванию и педагог по образованию Ирина Грушовец не понаслышке знает обо всех тонкостях воспитания и работы с детьми. Она преподает в средней школе номер 32 уникальные уроки – историю и искусство. Предметы, которые подаются не всем ученикам, но только не в ее случае. Ведь на уроках Ирины просто невозможно отвлечься. Ее оригинальному эксклюзивному подходу к детям не только на работе, но и дома нет равных. Некоторые минусы того, что она работает в школе, и некоторые плюсы, что она работает в школе. То есть она может подсказать, что задано, что у тебя не так с оценками и все такое. А минусы, ну, узнает все. Ирина многогранна. Она постоянно учится чему-то новому. Увлекается рукоделием, занимается спортом, посещает семейный клуб Family City, создает уют в доме и воспитывает детей. И на все это у нее хватает сил и энергии. А секрет вот в чем. Дети вдохновляют в первую очередь, потому что вот такой оптимизм, который есть у детей, энергия, ты просто на них смотришь, и этой энергией заряжаешься в разы просто. Получается такая, то есть где ты себя отдаешь, но в то же время огромно чего много себе берешь, вот впитываешь вот эту вот энергию, в первую очередь энергию, потому что у детей ее, конечно, очень много. Я хотела еще спросить, долго еще будет длиться наше интервью, потому что я немножко спешу, если честно. Ну, еще, наверное, минут 30. Вот, отлично, потому что у меня к 8 танцы, я думаю, я как раз успею. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, специально для программы «Итоги недели». А сейчас о других событиях и мероприятиях. В современном мире, где все кипит и стремительными темпами развивается, сложно везде успеть, если у тебя нет собственного автомобиля. Железный друг прочно вошел в жизнь и стал частью нас. Без него нам тяжело приходится. К сожалению, иногда случается так, что из-за стечения обстоятельств или из-за долгого использования машина приходит в негодность. Не каждый может вернуть ей надлежащий вид или убрать со стоянки, и машины эвакуируют. На вопрос,
вопрос, есть ли жизнь у машин после эвакуации, ответит Ирина Кузьмич. В современной семье, проживающей в городе, часто одной машины не хватает. Необходимо иметь два, а то и три автомобиля. Но если проблема с транспортом решена, следом за ней идет другая – нехватка парковочных мест. Для стремительно развивающегося Бреста, где с каждым годом становится все больше многоэтажек и, соответственно, людей с личным транспортом, эта проблема остра и актуальна. Особенно, когда парковки заняты неэксплуатируемыми транспортными средствами. Приезжаешь после 6, допустим, вечера домой, все, мест нету. Приходится ставить где-то в километре от дома. А смысл тогда иметь машину, если ты километр пройдешь пешком? Это проблема конкретная. Потому что вот здесь вот стоял бус поломанный, наверное, года 2 или 3. Ну, так что он стоял поломанный, колеса спущены, и все. Но потом исчез. Ну, стояла, а потом она пропала, и все. Но сказать, что она очень мешала, она не мешала. Но парковочных мест дом старый, двор старый, дороги узкие, поэтому, естественно, не хватает. Это не новый район города, а старый. Вы сами видите, вот еще с работы не приехали, уже все места заставлены. Я видела, у нас в городе, в нашем дворе конкретно стоит. Я не знаю, в принципе, я даже не знаю, вот стоит до сих пор или нет. Мы настолько привыкли, да, и тем более припарковано. Мест всегда не хватает, а у нас стоит машинка где-то, ну, 1,5 метра от бордюра, очень неудобно. Ну, могли бы стоять две машинки. И, ну, хозяина мы не видели ни разу, а развалюха эта стоит, мне кажется, что даже до сих пор. Некоторые из брещан точно не знают, как и куда пропадают неэксплуатируемые транспортные средства. А на деле все просто. Для сохранения порядка и благоустройства на территории города сотрудники ГАИ жилищно-коммунальных служб проводят рейды по выявлению и устранению такого транспорта. Рейды проходят, можно считать, что ежедневно. То есть у нас в группу Viber приходят фотографии с адресами. И в рамках рейдов наших жилищно-эксплуатационных служб по благоустройству и наведению порядка они также выявляют ежедневно этот транспорт. Где-то мы выезжаем, где-то граждане письменно пишут, просим со двора убрать тот или другой автотранспорт, потому что вот он уже никакой. Чтобы узнать, относится ли автомобиль, который находится на городских улицах и во дворах, к категории неэксплуатируемых транспортных средств, есть два критерия. Первый – когда у авто отсутствуют какие-либо части – кузов, стекла, фары, колеса и так далее. Второй критерий – транспорт, у которого больше 6 месяцев отсутствует технический осмотр. За период 2019 года было выявлено 148 машин, соответствующих этим критериям. В соответствии с указом 348 президента Республики Беларусь о мерах по организации сбора хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации, а также решением Брестского городского исполнительного комитета на администрацию Московского района возложено выявление совместно с органами ГАИ, МВД, ну также ЖЭСами на территории, территориально подчиненной ЖЭСов, выявление неэксплуатируемых транспортных средств, направление извещений владельцам транспортных средств, а также в случае неисполнения владельцами транспортных средств или неустановления собственника этого транспортного средства, принудительном перемещении транспортного средства на охраняемую стоянку. Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие является верным помощником для устранения с парковочного места автомобиля и отправки его на охраняемую стоянку, где автомобиль покорно ждет своего хозяина, либо, по истечению 3 месяцев, отправляется в руки Брествторчермета с последующей утилизацией. Ориентировочная стоимость эвакуации этого транспортного средства, ну, порядка 50 белорусских рублей, но это будет зависеть от, опять же, степени сложности эвакуации. Разные бывают ситуации, полная погрузка, частичная погрузка и так далее. Ну, опять же, и где находится это автотранспортное средство. Сутки хранения на охраняемой стоянке ориентировочно 2,5 белорусских рубля. В месяц 25 рублей белорусских, это будет стоимость хранения. То есть, как только человек обращается, он идет к нам в администрацию, пишет заявление о требовании вернуть ему автотранспортное средство, мы ему возвращаем, а он оплачивает эти затраты. Для того, чтобы ваш автомобиль не забрали и уж тем более не утилизировали, необходимо ухаживать за своим железным другом и вовремя проходить техосмотры. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.
Второе воскресенье октября в Беларуси ознаменовано торжеством людей, чей ежедневный труд – делать праздник праздничным. К мероприятию причастны более 65 тысяч белорусов. Работники музеев и библиотек, выставочных залов и галерей, актеры, поэты, писатели, художники, музыканты. Всех творческих направлений не перечесть. 2019 год показал, насколько разнопланова и разножанрова деятельность творческой интеллигенции Бреста. Тысячелетний юбилей стал поводом заявить о себе и рассказать, какими интересными могут быть увлечения людей. В нашем следующем материале мы расскажем хотя бы о нескольких легендах, чьи имена уже вписаны в творческую историю Бреста. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. В его кабинете огромное количество грамот, дипломов и сувениров, привезенных из разных уголков мира. По поездкам коллектива, возглавляемого им, можно составлять свою карту. В каждой стране этих артистов знают и любят. Наш рассказ об Анатолии Михайловиче Воробьеве, народный артист Беларуси, кавалер орденов дружбы народов Франциско Скорины, бессменный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Танца радость», всю свою жизнь положил на алтарь искусства. В городе он известен еще как талантливый режиссер. Его творческому перу принадлежат самые яркие постановки программы, чего стоило только шоу в рамках передачи статуса культурной столицы Содружества. Но о своих достижениях и успехах сам Анатолий Михайлович говорить не любит. Главное для него – это оценка труда зрителями и его любимым коллективом. Должен быть, конечно, всегда коллектив единомышленников. Меня понимают люди, меня уважают. За это я очень благодарен работникам культуры области, нашего города и руководству города и области, потому что ценят. Но если бы не было поддержки, ну как можно? Творческий человек сразу руки опустит и ничего интересного с этого не получится. А вот участницы этого творческого коллектива давно известны своей яркостью и в хорошем смысле этого слова экстравагантностью. От танцев народных до зажигающих элементов карнавала. Репертуар ансамбля «Фантазия» широкий и разноплановый. Конечно, видящий артист и зритель может наблюдать лишь все самое красивое, однако большую работу в зале никто не отменял. Под руководством талантливых наставников, балетмейстеров Игоря и Марины Горбиковых, не затанцевать достаточно сложно. Вы знаете, это удовольствие. Мы любим свою профессию, мы любим свою работу, нам нравится. Ну и пытаемся людям, конечно, чтобы им было и на что посмотреть, удивиться и, наверное, зарядиться от нас. Мы даем зарядку людям. Вы знаете, один хороший человек сказал, что выбери себе работу по душе, и тебе никогда не придется работать. Вот я думаю, что мы, наверное, как раз показатель этой притчи, и мы выбрали настолько работу по душе, что даже некоторые нам действительно говорят: ой, что там ваша работа, танцульки какие-то. Но на самом деле работать приходится, как говорится, пахать даже приходится, потому что мы должны не только удивить людей, да, но чему-то научить, что-то показать. И показать, конечно, уровня, высокого уровня. То есть это только мы должны это сделать, профессионалы. Праздник «День работников культуры» объединяет в своих рядах большое количество людей, занятых в разработке концертных программ. Своего рода администрирующим звеном здесь являются сотрудники отдела культуры горосполкома. Ни один праздник не проходит без их участия, а точнее без их организаторских функций. Собрать артистов, придумать сценарий, разработать концепцию, подобрать репертуар. Год тысячелетия обратил их усилия в более чем сотню мероприятий, венцом которых стала музыкальная композиция «Миллениум». Главный специалист отдела культуры Елена Нерода признается, в их профессии случайных людей не бывает. Только тот, кто умеет творчески подходить к решению вопросов, не боится жертвовать личным временем и амбициями, может стать талантливым организатором. Когда приходит человек в профессию, он сразу понимает, останется он здесь или не останется. И если человек остался, значит, это его. Он останется с ней на всю жизнь. Профессия – это такая, кажется, может быть, для кого-то она и не очень важная, да? Хотя все профессии и нужны. И вот хотелось бы сказать о важности профессии словами нашего известного белорусского художника Михаила Савицкого. Он сказал, что без культуры человек – нет человека. И культура – это вся жизнь человека. Понимаете, в чем дело? Культура родилась человеком. И она развивается на протяжении всей жизни. Да, жизнь этих людей – сплошной праздник. И не только потому, что они сами его делают. Просто каждый из наших героев очень любит свое творческое ремесло, не считая его работой. А это действительно большое и искреннее счастье, которым так и хочется делиться с другими. Я бы хотел бы пожелать, ну, все ждут, как бы сказать, ну, чтобы зарплаты повыше. А я хочу пожелать здоровья всем людям, всем терпения, здоровья, вот.
дай Бог, чтобы над нами всегда светило солнце. У нас очень теплые отношения со всеми нашими коллегами, которые вот работают в культуре в Бресте, в Брестской области, в Минске, вообще по всей республике. И хочется сказать им, пожелать им, чтобы они были всегда здоровы. Потому что это очень важно для нас, для работников. Чтобы они были всегда творческие, в творческом поиске. Это тоже для нас. И чтобы у них всегда было вдохновение. Вот хотелось творить, хотелось мечтать, хотелось удивлять. Конечно же, все это для наших коллег. В первую очередь, конечно, я хотела бы пожелать им терпения, сил, потрясающих идей и тех возможностей, которые могли бы реализовать эти идеи. И, конечно же, здоровья. Всем здоровья и с праздником, дорогие мои коллеги. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашенок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БукТВ. Смотрите нас в эфире в 19:40, 22:50, утром в 7:15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни октября. Такого стремительного, такого сочного, такого ароматного в своем золотисто-алом сиянии. Ранними белыми заморозками, с ярким преображением листьев. Это совсем другая, волшебная пора. Последний дерзкий ликующий всплеск перед лицом надвигающейся холодной поры. А пока порадуемся теплым октябрьским дням. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье 13 октября республика будет находиться под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с территории Польши. В Бресте будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10-12 градусов. Максимально в течение дня воздух прогреется до 19 градусов. 14 октября в понедельник продолжится вынос очень теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь по северу республики. Скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Погода в Бресте будет комфортной, солнечной и без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 11-13, максимальная днем 20 со знаком плюс.